каждые полгода ходила на лечение, уколы, капельницы, мне это уже так надоело. Я просто вот в восторге от этой массажной кровати. Через несколько месяцев, буквально, грыжа прошла, у меня две. Мухаббата Парнаша раньше ходила к нам на Юнусабад, вот он приобрела. Вот как ваше здоровье, настроение? Ой, я просто вот в восторге от этой массажной кровати. У меня было после аварии, у меня сильные боли были в ногах, я не могла ходить. И сначала я попробовала, походила на лечение в салоне. Там очень мне понравилось, там очень радушно принимают каждого больного, и с каждым больным индивидуально работают, объясняют все. Но я поняла, что это нужно домой приобрести, потому что курс нужно проводить, во-первых, долго, если там какое-то серьезное заболевание, а для профилактики тоже нужно все равно так плотно этим заниматься. Я купила домой, и я очень довольна. У меня через несколько месяцев, буквально, грыжа прошла, у меня две грыжи были, 3-4 миллиметра в позвоночнике. Вот это у меня прошло, и боли в позвоночнике меня уже не беспокоят. А так я каждые полгода ходила на лечение, уколы, капельницы, мне это уже так надоело и ничего не помогало. А вот с этим массажным аппаратом я избавилась от грыж в позвоночнике. Очень хотела, чтобы как можно больше людей узнали о существовании таких, ну просто чудодейственные, да, эти аппараты, и тоже пользовались, потому что вот наш пророк сказал, что жадный человек тот человек, который не хочет делиться с другими с тем, что ему самому помогло. Поэтому я стараюсь вот этой информацией делиться всем, рассказывать об этом, чтобы люди оздоравливались. И хочется, конечно, чтобы наша нация была здоровая и поколение было здоровое.